Бескрайняя великая степь, неповторимое ее очарование. В шелковом шелесте трав слышатся отзвуки далекой истории, когда поколения наших предков-кочевников словно волны сменяли друг друга и растворялись в потоке времени. Они оставили мало следов материальной культуры, но историческая миссия кочевой цивилизации заключалась в другом. Это вечное движение связывало города и страны, разные эпохи и разные культуры, новые идеи и незнакомые языки. Независимый Казахстан избрал еще более интересную судьбу. Благодаря стремительному и успешному развитию, активной интеграции в мировое сообщество, наша страна уверенно становится центром духовности, культуры, миролюбивых политических инициатив на пространстве самого большого материка Евразии. Достигнуть амбициозной цели вхождения в число 50 развитых стран мира возможно только повысив конкурентоспособность нации. А решить эту проблему можно лишь коренным образом, реформировав всю систему образования. Путь к образованию, профессия, начинается в школе. За 20 лет независимости в Казахстане было проведено несколько реформ. Разработана государственная программа, определившая образование общенациональным приоритетом. Благодаря этому была значительно укреплена материальная база, школы оснащены мультимедийными кабинетами, подключены к интернет, обновлены библиотеки, разработаны альтернативные учебники, методическая литература, отремонтированы и построены десятки новых школ. Сельские и городские школы теперь практически не отличаются друг от друга. Условия созданы. Остается главное – учиться, осваивать современные информационные технологии, изучать иностранные языки. Об этом не раз говорил президент республики Нурсултан Назарбаев на встречах с детьми и педагогами, особенно подчеркивая, что необходимо продолжать образование в течение всей жизни. Только так можно стать конкурентоспособными специалистами. Страна делает для вас все, что может. Ежегодно строит огромное количество школ, компьютеризирует. Хочет, чтобы вы были современными людьми, гражданами нашего государства. Знали язык компьютера, знали иностранные языки, потому что вы являетесь детьми планеты. Все границы открыты. Вам придется ездить по всему миру, и вы должны чувствовать там себя тоже как дома, то есть знать язык мира, язык общения, язык человечности, язык дружбы. Вам надо учиться и надо иметь успех в учебе, стремиться быть специалистом. Люди всегда тянутся к высоким целям, а дети особенно, потому что они чисты душой. И главная заповедь для педагогов – дать ребенку свободно познавать наш огромный мир, выявить его способности, создать условия для их развития. Учительским корпусом республики накоплен интересный и разнообразный творческий, исследовательский и практический опыт. При поддержке Министерства образования разрабатываются и реализуются авторские программы. Педагоги вместе с детьми активно участвуют в республиканских и международных научно-исследовательских проектах. Создаются экспериментальные площадки для апробации лучших отечественных и зарубежных методик. И эта деятельность уже приносит зримые результаты. Казахстанские школьники уверенно одерживают победы на международных олимпиадах. Выпускники учатся в лучших университетах мира. Педагоги-новаторы удостаиваются заслуженных наград. Но все это лишь начало кардинальной реформы всей системы образования. Нам необходимо новый учитель. Для новой школы педагог, который не только даст школьникам новые знания, но и научит детей учиться, организует этот процесс и, что очень важно, сделает самое познание привлекательным и интересным, необходимым в течение всей жизни. По личной инициативе президента Нурсултана Назарбаева поэтапно в стране были созданы уникальные учебные заведения, интеллектуальные школы в столице и других городах Казахстана, Назарбаев университет, а также Центр педагогического мастерства, которые входят в автономную организацию образования – НИШ.
Здесь учатся самые талантливые дети и молодежь, которым предстоит строить умную экономику. В столичной интеллектуальной школе проводится апробация экспериментальных учебных программ физико-математического направления. Много времени уделяется лабораторному практикуму, изучению физики и математики на трех языках. Да, это интересно, потому что здесь у нас, как вы знаете, много лабораторий, и мы проводим многочисленные опыты. То есть мы здесь не только проходим теорию, а также имеем возможность испытать наши знания на практике. Каждый день, просыпаясь, я думаю, то, что сегодня будет довольно-таки интересный день, и каждый день я могу познать что-то новое и интересное. Выпускники интеллектуальной школы готовят себя к поступлению в один из самых молодых, но и самых престижных вузов страны – Назарбаев университет. Это университет международного уровня, работающий по принципам автономии и академической свободы. Здесь действует 6 школ разной направленности и 3 научных центра – энергетических исследований, образовательной политики и Центр наук о жизни. Кроме того, университет связан тесным партнерством с 30 лучшими вузами мира и международными научными организациями. Сегодня здесь работает много зарубежных специалистов. Они передают нашим педагогам свой опыт и помогают ломать старые стереотипы. Инновации – это то, что дает качественное образование. Нурсултан Назарбаев. Создание условий для непрерывного профессионального развития учителя, обобщение и трансляция лучшего отечественного и зарубежного педагогического опыта, разработка программ повышения квалификации педагогических кадров с привлечением международных экспертов – основа деятельности Центра педагогического мастерства Назарбаев интеллектуальной школы (НИШ). Он был создан в сентябре 2011 года с филиалами в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске, Астане, Талдыкургане. А уже в январе этого года в Астане начались занятия по уникальной программе обучения тренеров с участием экспертов Международного экзаменационного совета Университета Кембридж, стратегического партнера Назарбаев интеллектуальных школ. Кембридж выбран не случайно. Это крупнейший в мире поставщик образовательных программ, имеющий высокую репутацию и международное признание. Эта программа лично мне привлекательна тем, что открыта для учителя. И это, наверное, самое главное, потому что все-таки при всех достоинствах нашей педагогики и практики личность ученика, она никоим образом не выставлялась на тот же уровень, на котором находился учитель. Он господствовал над детьми. И то, что на равных идет диалог и создается такая среда, когда каждый ученик чувствует себя не просто участником, но и творцом. В программе подготовки тренеров приняли участие около 300 педагогов, представители региональных институтов повышения квалификации, учителя интеллектуальных школ, преподаватели вузов, специалисты Национального центра повышения квалификации ОРЛЕО из всех уголков Казахстана. Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить. Эти слова Адольфа Дистервега – ключ для понимания программы курсов. Уважать ребенка, научить его творчески мыслить, развивать свои способности, самому добывать знания и уметь пользоваться ими – вот задача хорошего педагога. Тренеры должны были на курсах научиться этому сами, чтобы потом передать эти знания педагогам общеобразовательных школ. Мы стимулируем учителей, которые работают в школах, к тому, чтобы они на местах проводили научные исследования. В ходе очного обучения мы предлагаем новые идеи и методики, которые они могли бы опробовать и на их основе провести эту работу. Курсы по подготовке тренеров проводились в несколько этапов. Face-to-face, лицом к лицу, очное обучение в малых группах. Онлайн, дистанционное обучение, заключительный этап – face-to-face. Это позволило успешно сочетать теоретические занятия с практическими исследованиями. Своими наблюдениями и впечатлениями слушатели курсов поделились в эссе, написанных по итогам занятий. Здесь дают возможность думать самому и научить думать ребенка. Для меня курсы, в моем понимании, это в основном лекции,
То есть огромный материал, который лектор зачитывает, объясняет. Здесь поразил подход. То есть говорили они минимально, и в основном мы все время работали сами, то есть работали в группах. Вот это удивило очень, что всю информацию приходилось добывать самому. В первую очередь я буду применять у себя именно групповую работу, именно стратегии мыслить не просто, а критически, то есть менять себя и видеть своего ребенка, видеть, как можно его менять, понимая. Вот все модули, которые нам предлагают, они позволяют мне работать с детьми, понимать их. И тем более мой предмет, он очень интересный, то есть это казахский язык для русской аудитории. Я думаю, что я нашла себя, и это мои стратегии. Во всех 10 группах занятия проводились по программе, состоящей из 7 основных модулей в том числе. Новые подходы к обучению, обучение критическому мышлению, оценивание обучения и его результатов с использованием критериального метода, использование компьютерных технологий для усовершенствования системы обучения, работа с талантливыми и одаренными детьми, преподавание и обучение в соответствии с возрастными особенностями учеников, управление и лидерство в обучении. Слушатели курсов с легкостью переходили с казахского языка на русский и английский, иногда самостоятельно, иногда с помощью переводчиков, и увлеченно искали ответы на все интересующие их вопросы. Если раньше слушатели сидели молча и только писали, то сегодня во время презентации они вскакивали с мест, горячились, спорили друг с другом, потому что у каждого была своя точка зрения. Я увидел здесь много замечательных, увлеченных людей. Мне очень понравилось, что они горят желанием изменить к лучшему систему образования в вашей стране. Отмечая увлеченность и огромный интерес своих слушателей, уважая их профессиональный опыт, Роберт Тернер отметил то, что является главным в деятельности современного учителя. Самые важные люди в классе – это дети. И учитель должен помочь им в развитии и становлении. Профессиональный рост учителя невозможен без постоянной исследовательской работы. Именно этим и занимались слушатели курсов во время второго этапа обучения онлайн, на практике проверяя и закрепляя полученные знания. Центром педагогического мастерства для обеспечения дистанционного обучения на сайте cpm.kz была создана образовательная платформа. Будущие тренеры высоко оценили уровень полученных знаний. Преподаватели, наши тренеры выстраивали все содержание нашей подготовки на личной практике. Могла меняться программа, мог меняться предмет разговора. То есть в зависимости от тех запросов, которые поступали от слушателей. Эти курсы вдохновили. Они в нас вселили уверенность в завтрашнем дне. Если в нашем образовании будут такие реформы на уровне государства, то, я думаю, поменяются умы многих людей. Самое первое, что я бы пожелала нашим учителям, педагогам и коллегам, и как я сама готовлю в колледже будущих учителей для школ, это, конечно, новый взгляд на будущее, на наших детей. Это ведь самое главное – изменить их умы и их сердца, научить их обучаться. После вот этих курсов я убедилась, что вот та работа, которая сейчас проводится, не только должна проводиться на уровне учителей и школ, она должна проводиться и на уровне высшего образования. Удивительно, как объединяет людей общее дело. К окончанию тренерских курсов казахстанские педагоги и эксперты из Кембриджа подошли единой команды. Подведены итоги, подписаны сертификаты. Лилия Абакиева из Уральска стала обладательницей сертификата за номером 401. Коллеги, от души поздравляю! Заключительное собрание по итогам курсов, на котором присутствовали все их участники, эксперты из Кембриджа, члены попечительского совета Назарбаев интеллектуальной школы, вылились в трогательную и взволнованную церемонию. Последние, самые яркие минуты общения с педагогами из Кембриджа.
их напутствие, обмен сувенирами. А что же дальше? А дальше тренеры активно включатся в работу, четко представляя, чему они будут учить казахстанских учителей. Мы не должны отходить от общечеловеческих ценностей. И ни в коем случае не отказываться от своего традиционного воспитания. Вот нужно, как бы условно говоря, отступать от монополии на уроке. Давать больше власти ребенку, при этом оставаясь компетентным организатором. Я буду отказываться от одной из самых главных привычек – это ехать по накатанному. То есть вот это здесь неприемлемо. В связи с новыми подходами мы должны вот именно наши рельсы направлять в разное русло. В саморегуляцию наших детей, в обучении тому их, каким самим обучаться. То есть вот это я буду менять в себе. 4 апреля в конференц-зале Назарбаев интеллектуальной школы в Астане состоялось открытие трехмесячных курсов повышения квалификации учителей общеобразовательных школ Казахстана. В режиме онлайн курсы стартовали в Семее, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Талдыкургане, Таразе, Шымкенте, Актобе. В столице собрались 256 учителей из Кызылординской, Мангыстауской, Южно-Казахстанской областей и города Астаны. Около 1000 человек приняли участие в этом мероприятии. Открывая прямую трансляцию, министр Бахыджан Жумагулов отметил, что это начало переформатирования всей системы подготовки педагогических кадров. Мы уверены, что данные курсы позволят кардинально повысить квалификацию наших учителей. Будет организован регулярный мониторинг мнения школьного сообщества, то есть будет налажена обратная связь для постоянного совершенствования этих курсов. Бахыджану Жумагулову вручили сборник эссе, подготовленных выпускниками тренерских курсов. А нынешние слушатели получили из рук школьников пособие для учителей, оперативно подготовленные специалистами Центра педагогического мастерства. Те же аудитории. Знакомая уже программа, но другие слушатели. А в качестве педагогов – выпускники тренерских курсов. Они очень волнуются. Ведь им предстоит донести до своих коллег новый взгляд на обучение и образование, который им открыли эксперты из университета Кембридж. На этот раз я поняла философию критического мышления. Они нам очень хорошо преподнесли философию. Переформатирование системы повышения квалификации педагогов – это национальный проект. И он уже приносит зримый результат. В столичном филиале Назарбаев интеллектуальной школы нам показали необычную книгу «Геометрия Астаны». Это сборник задач по математике, составленный на примере новостроек нашей столицы. Один из авторов — Гульнара Апеева, учитель математики и выпускница тренерских курсов с участием экспертов из Кембриджа. Все полученные знания она, как видите, успешно применяет на практике. Курсы показали мне важность диалогового обучения в классе. Ученикам надо доверять, что они могут это сделать сами, без моей помощи, и это получается очень здорово. Критическое мышление, диалоговое обучение, связь теории с практикой, современные информационные компьютерные технологии – все эти методики активно используются в школе выпускниками кембриджских курсов и находят самый живой отклик у учеников. Что интересно, все уроки в нашей школе построены на критическом мышлении. То есть это является нововведением не только в нашей школе, но и вообще в Казахстане. В конце каждого урока мы оцениваем сами себя. Если мы считаем, что мы усвоили материал и можем его объяснить другому, значит, мы сами себе ставим оценку 5. Если мы просто поняли материал, но, к сожалению, не можем его объяснить, мы ставим себе оценку 4. То есть самооценка в нашей школе играет огромную роль. Твое мнение также уважаемо, как и мнение учителя. То есть мы можем иногда даже оспаривать, доказывать свое мнение. И, в принципе, наши учителя, они всегда говорят, ну, нет единого одного решения. На сегодняшний день, мне кажется, что в нашей школе все идеально. Потому что все усовершенствовано до предела. То есть у нас есть такие уроки, как IELTS Preparation или Critical Thinking. Эти уроки вообще по Казахстану их нету. Они ведутся только в наших школах. Или, допустим, тот же урок SAT. На этих уроках мы готовимся к сдаче международных экзаменов, которые необходимы при поступлении в Назарбаевский университет и в другие университеты мира. Новый проект по повышению квалификации педагогов
набирает силу. По словам одной из его участниц, кембриджские курсы совершили переворот в традиционных представлениях о школе, образовании, роли учителя. Научить учиться. Именно об этом должен помнить каждый учитель, воспитывающий новое поколение, которому предстоит строить и вести к процветанию независимый Казахстан.